Здорово, народ! С вами Жека. Ну, в общем, друзья, сегодня отработал смену и после смены взял с собой сразу рюкзак и отправился в поход. Иду сейчас, кстати, по накатанной дороге, по снегоходке. Лыжи с собой одевать не стал. Вот, снегоступов у меня нет, поэтому иду в ботинках. Ноги не мерзнут у нас. Погодка восстановилась. Иду, кстати, ребят, на свой шалаш, который делал еще осенью. Сготовим вкусненько. Я с собой взял сегодня картошки, взял с собой миска маленько. Думаю, ребят, что-то я давно не ел печеночки. Картошку печеную в углях. Вот, прям захотелось. Вот, и решил, думаю, возьму с собой картошки и в углях запеку. Кстати, очень вкусно будет. Сварим чайку. Вот, мне идти уже маленько осталось. Кстати, много встречается следов диких животных. Бегают зайцы. Сейчас вот по горе шел, кстати, встретились копыта маленькие. Я так думаю, что это косуля. Следы косули. Вот, и надо, друзья, ставить уже фотоловушку, хватит ей отдыхать дома. Пора радовать вас, друзья, новыми интересными кадрами с нее. Вот, у нас наконец-то погода восстановилась, ушли морозы. И вот, пока шел, посыпал снежок небольшой. Ну, а сейчас мне, ребята, лезьте. Надо вот сюда, прям напрямую, потому что лыж у меня нет, придется по колено. Вот здесь вот ночевал, видать, заяц, что ли. Видите, ребята, следы зайчи. Что-то он тут копал, наверное, пищу себе искал. Ну, я так понял, грызет кору, талину. Вот, вот столько у нас снега. На данный момент везет же зайцам, да? Не проваливаются. Сейчас, ребят, у нас уже вечер. Время 4 часа доходит, без 10. Поэтому долго не буду, так как стемняется. Ну, что успею, сделаю сегодня. Что не успею, доделаю, думаю, уже завтра. Вон, смотрите, сколько снега. Вот. Здесь мы и живем, друзья. Страна снегов. Короче, можно сказать. Вот тут обильное скопление зайцев. В общем, зайцы есть. Надо ставить фотоловушку и наблюдать за зайцами. Ну вот, зайцы уже начали, как сказать, тропы бить. Уже бегают по несколько раз по одним и тем же следам. Так что это большой плюс. Потому что были морозы, говорю, стояли. И когда морозы, заяц начинает торопить. То есть натаптывать себе одну дорогу. Вот. Так, ну что же это такое-то, а? Кто такой любопытный? Вон шалаш. И к шалашу идут лыжные следы. Короче, ребят, надо точно не на зайцев фотоловушку ставить, а на людей. Смотреть, кто ходит, потому что, ну вот он мой, укрытие мое уже капитально завалило снегом. Тут также бегают зайцы. Кстати, я оставлял соль, вон там в бутылке. Не тронули, ничего не тронули. Шалаш уже надо будет потом откапывать.
А кстати, внутри, друзья, снега-то нету. Не намело. Только вот мусор нужно сейчас сжечь. В тот раз не сжег, некогда было сильно. Итак, ребят, минуточка рекламы. Видео само себя не окупит. Вот. Сегодня 29 ноября 2019 года. И компания BQ объявила о старте продаж своей новой бюджетной модели. Это модель BQ A80 Pro. Данный смартфон будет продаваться за фантастическую цену $80. За эту суперцену вы получаете QAT-камеру, основной модуль которой на 13 мегапикселей от Sony IMX258, сканер отпечатков пальцев на задней панели. И смартфон имеет толщину всего 8,8 мм, но при этом огромную батарею на 4680 мАч. И также телефон имеет 4 разных оттенка, которые вы для себя можете выбрать любой цвет. И еще, друзья, 29 ноября не только начинается предзаказ новой модели A80 Pro, но и будут большие скидки в официальном магазине BlackView на AliExpress. Ну а сейчас, ребят, я распаковываю рюкзак, достаю ножовку. Зря, кстати, не взял с собой лопату. Откидать маленько снег бы здесь надо. Ну, ничего страшного, думаю, сейчас ногами маленько его раскидаю, разведу костер. Поставлю чаечек. Картошечки. Взял заодно. Маленько расчистить. Ну вот и земля уже. Что-то уже темняется как-то быстро. Вроде вот пришел только. Пока дровишек наломал. Уже к сумеркам дело идет. Вот так-то вот, ребята. Все как-то быстро здесь происходит в лесу. Климат у нас такой. Да, снега на моем шалаше, конечно, много. Так-то бы, если бы не построил, сейчас бы и спрятаться негде бы было. А так, есть где спрятаться. Вот, это, конечно, мало дровишек. Но сейчас натаскаю. Нарвал маленько бересты для костра. Да, снега у нас, ребята, просто много. Еще и пошел снег сверху сыпь. Так. Сейчас что-то прям какой-то ветерок поднимается. Нехороший. Что-то не хочет гореть. Ну, давай, родной, загорайся уже. Вроде
Вроде, ребята, схватывается костер. Сейчас варим чайку, картошечки запечем, мяско пожарим на углях. Снег вроде чистый. Сейчас набьем. А его сколько не бей, все, воды мало будет. Поэтому по возможности добавлять придет. О, чаечек. Чайка попьем. Нагорели уже угли, можно закидывать картошку нашу. Что у нас тут, чаечек? Чаечек еще не закипает. Ну, я взял с собой 4 картошины. В общем, сейчас мы их закинем. Прям самый жар. Искры летят. Вот такой у меня сегодня походик небольшой. Помню, раньше маленькие так делали. Картошку в углях жарили. Частенько ходили в походик. И в походе жарили. Что-то вот, знаете, друзья, прям захотелось сильно печенки. Поэтому у нас тут поезд рядом где-то ходит. Едет. Сигналит. Ну вот уже и вечер. Уже падает. Темнота наступает. Да, в декабре, думаю, ребята, уже пойдет день на прибыль. Сейчас идет на убыль, а где-то, не знаю, то ли 22 декабря или... Да, наверное, с 21 на 22 ночи уже пойдет день на прибыль. Вот сейчас время у нас 5 часов вечера. Вот целый час я здесь нахожусь, и уже за час темняет. Так что ничего не успеешь сделать, не приготовить лежанку тут. Думал, сегодня успею лежанку сделать, а нет, не успеваю, ребята, делать. Надо выходить утром. Утром рано, с рассветом, и уже потом делать. Пилить, строгать, готовить лежанку, потому что вот так постоянно на корточках, это ноги болят. Я еще сегодня с собой мяска взял, филе такой вот. Сейчас одну штучку сделаем, пожарим с картошечкой. Будет вкусно. Вот такое филе куриное. Вот так вот отделаю.
И сейчас пожарим на палочке. Что там, картошка у нас еще не готова? Нет, еще не готова. Ну, где-то минут 15 уже запекается. Ну, думаю, и сколько? Минут 20-30-то надо, чтобы запечься. Ох, филе просвечивается. Картошечка. Где наша картошка? О, картошка готова. Так, одна, вторая, третья. Где-то рядом третья. Так, 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 так. О, печеночка. Не знаю, видно, нет? Уже достаточно стемнело. Ну-ка, видно еще. Хорошо, ребята, на свежем воздухе-то. Сегодня у меня будет ужин. Лесной ужин такой в лесу. А, вот мяско почти готово. О, печеночка с курицей у нас сегодня на ужин. Картошка печеная с курицкой, с курочкой. Еще бы поймать зайчика, и вообще бы замечательно было. Но не получится сегодня. Не успею я ничего сделать. Ни силки хотел поставить. Силки тоже не успею поставить. Так что, друзья, пишите, если кому интересна тема про силки, пишите в комментариях. Будем что-то думать, будем ставить, будем снимать. Заяц у нас есть, у нас его много здесь. Так что будет интересно. Сегодня домой пойду по темноте. Даже фонарика с собой нет. Буду телефоном светить. Ну ничего страшного. Лишь бы с волками не встретиться. Остальное ерунда. Так, не знаю, ребята, видно меня, не видно. Думаю, должно быть видно. Так. Чего у нас тут? Еда готова. Обед готов. Так. Не обед, а ужин. Ужин уже готов. Где фонарик? О, сейчас, думаю, хорошо видно. Вот у меня мяско такое вот золотистое. М-м-м.
и картошка. Жареная, печеная в углях. О, красота какая. Друзья, смотрите. Сейчас я ее почищу. Да, говорю, домой по темноте. Ну, ничего страшного. Запеклась. Да с мяском еще. Я себя прям как выживальщика каким-то чувствую. В таких условиях. Ну все, поужинал и выдвигаемся, в общем. Красота такая, смотрите, сзади. Шишки снеговые. Ну, вот сейчас выбраться самое главное. Из темного леса. Ночного леса, темного. Ох, снега-то сколько. Снега по пояс местами. Тяжело идти. Движение затрудняет. Да, хотел сегодня еще зайти на свой саванец. Но времени не хватило прям вообще. Время в обрез. Фу. Тяжело. Колени устают сразу. По таким сугробам идти. Ну, ночной лес. Он прям такой сказочный. Еще снежок блестит, падает. Ладно, сейчас вылезем отсюда и пойдем до дома уже нормально. Фу. Сегодня у нас пятница, кстати, друзья, вы сегодня увидите этот фильм. У кого-то сейчас может день, у кого-то утро. А у меня, ребята, уже ночь почти.